В дневнике фельдшера Зуева есть цитата: «Нам, участникам Великой Отечественной войны, хочется, чтобы внуки и правнуки знали об этой войне все. От горечи отступления до блистательных побед, о тяготах, выпавших на долю нашего поколения, о страданиях мирного населения». Жители нашего города помнят и выражают благодарность ветеранам. Благодарна, конечно, за то, что мы как бы живы, здоровы все сейчас, в данный момент. За то, что они воевали, защищали нас, нашу родину. За солнце, за небо, за радостные улыбки детей. Спасали нас, как бы защищали нашу землю от нашествий врагов. За победу, за мирное небо над нашей головой в данный момент. Что они принесли нам долгожданную победу. Мой дед воевал, мой отец воевал. Я очень рада, что они живыми вернулись. Мы живы-здоровы, прогрессируют города России за то, что выиграли победу, и мы независимы от других иностранных государств. За то, что благодаря им у нас мирное небо над головой, мы живем в нормальном городе без войны. За нашу жизнь, за наше светлое будущее. За их победу, за нашу жизнь веселую. Да за все хорошее, что есть на свете. Помнить и чтить наименьшее, но обязательное, что требуется от нас, потомков победителей. С Днем Победы!